13 по 16 апреля более 250 юных спортсменов со всей России приняли участие в открытом первенстве Омской области по тэквондо. Соревнование «Омск Оупен» проводится в нашем регионе во второй раз. В областном Минспорте и Федерации тэквондо уверены, уже в следующем году омские старты вполне могут перерасти в турнир всероссийского масштаба. В регионе достаточно хорошие объекты, достаточно хорошая спортивная база и поддержка со стороны Министерства спорта и правительства Омской области, надо сказать, высочайшая. Поэтому мы стремимся развить турнир наш, Омск Оупен, чтобы он стал всероссийским турниром, чтобы количество участников было минимум 1000 человек. То есть у нас все для этого есть? У нас все для этого есть. У нас есть ресурсы, у нас есть возможности, а самое главное, у нас есть спортсмены, молодые, подрастающие. Тэквондо. Версия ВТФ. Олимпийский вид спорта родом из Кореи. В России официально тэквондо появилось 30 лет назад. Система духовной тренировки и техника самообороны без оружия. Такой путь к самосовершенствованию в Омской области на сегодняшний день выбрали более 800 спортсменов разных возрастов. Интерес к занятиям в секциях стремительно растет. В отличие от многих других видов единоборств, в тэквондо за счет электронного подсчета баллов сводится к минимуму травматичность бойцов, что для контактных видов спорта большое преимущество. Диме Байднеру 13 лет. На протяжении 8 из них Амич постигает искусство тэквондо. За это время он уже успел стать серебряным призером первенства Сибирского федерального округа и выиграть престижный всероссийский турнир в Тюмени. На домашнем старте Диме вновь не было равных. Победа в весовой категории 37 килограммов при этом далась Амичу непросто. Был очень трудный турнир. Я работал только одной ногой. Я разбирал соперника, как он работает, до моего боя с ним. Я его разбирал, и у меня получилось его выиграть. Ну а до финала дошел легко или все равно были серьезные соперники? До финала были тоже серьезные соперники, но достойные соперники. Первенство Омской области – отбор для участия в первенстве СФО и России. Каждый участник, помимо традиционных спортивных, ставил для себя свои личные задачи. Это мои первые соревнования. И, если честно, то это очень захватывающе. Вначале очень нервничала, но достаточно легко справиться с нервами. Ну и отспринговалась, и все вроде хорошо. Очень хороший турнир, я уже был на этих турнирах, и я думаю, он достоин первого места в России. А чем тебе нравится? То, что здесь очень достойные участники, и с ними, если ты подерешься, то не просто подерешься и выиграешь, а именно получишь опыт. И в дальнейшем ты уже будешь знать, как они действуют, как они уходят, ну, какова их тактика. Чем хорош твой вид спорта? Что он дает тебе? Ну, он дает силу воли, волю к победе, ну и защищаться на улице тоже. Приходилось? Пока нет. Я смотрю на юниоров, которые спаррингуются, и учусь на своих ошибках. Для хозяев соревнований Омск Оупен вышел богатым на награды. В копилке нашей команды 15 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых медали.